Всех приветствую, это мир глазами охотника. Сегодня вот такой день сентябрьский, очень-очень жаркий, солнце просто смалит. Я приехал на водоем, вот что тут случилось, полное болото, все позарастало. Ну, такая как бы отчаянная попытка половить на попперы уже в конце. Не знаю, если получится что-то, то вы смотрите это видео, если нет, то нет. В первую очередь, да, хочу половить на поверхностные приманки. Неогруженная резина, может какие-то воблера. Я специально выехал в полдень, в пик жары, чтобы посмотреть. Ну, пока тихо, пока глухо, рыба не гуляет, не знаю. Поплаваю по этому болоту, посмотрю, покидаю в эти окна что-нибудь, какую-нибудь приманку. И все-таки надеюсь на поклевки. О, вода в болоте холодная. Лодка уже нагрелась. Совсем такой очень жаркий день сегодня. Не знаю. Градусов под 30, наверное, сейчас на солнце. Для середины сентября это очень жарко. Фу, пекло. Дальше не поплыву, вот это оглавлю участок. Не думаю, что там кто-то достойный стоит. О, была поклевка. Не думаю, что она накололась, можно еще раз поплыву. Ну, что-то мелочь какая-то. Блин, была поклевка конкретная. Блин. Конкретная поклевка была. Я ее прозевал. Возможно, плохо заглотила, но не засеклась. Скривила поводок, попала в поводок. Сейчас попробую доловить. Совсем вот тут недалеко. Думаю, она тут и стоит. Не могла она далеко уйти. Опять была поклевка. Есть. Я дал ей заглотить, в общем. Дал ей заглотить, и она заглотила и съела. Хорошая. Вот такая вот щучка. Первая вот сегодня. Вот такая красоточка. Есть, есть. Давай, иди сюда. Ляха-муха, неужели ушла? А нет. Блин, сошла, а? Сошла, но не сильно большая она. Сошла. Сразу кинул, и тут же удар. Вот такая полкилограмма, может чуть больше. Есть, есть.
Мэпсик выручает всегда. Ну как всегда. Всегда да не всегда, но выручает иногда. Вот еще один щучка. Красивый. Два из трех забросов с травой. Даже может три из четырех забросов с травой вытаскиваю. Есть. Опа. Это уже что-то покрупнее будет, походу. Что-то чуть-чуть покрупнее. А не, такой же ножик. Чуть-чуть. Опа, ушел. Ушел. Утро доброе. Вот оно, солнышко выходит. А я приехал на один стричок, чтобы попробовать половить здесь щуку. Вчера у меня самая большая на хоппер сошла. Ну как самая большая? Чуть больше, чем остальные, что клювают. Клювал один размер. Сегодня, еще на прошлой неделе я на этот старик дорогу пробил. Но тогда я тут даже не попробовал, не побросал. А сегодня я хочу поплавать здесь. Попробовать половить. Возможно, повезет. Интересно, как тут вообще есть щука или нет. Не, ну вообще по-любому есть. Сколько она тут, одна или их две? В общем-то, решил я вернуться туда, где рыбачил вчера. В это болото. Затянутое. Так, ну, в принципе, по старой схеме будем. Блин. Так тяжело по этому болоту пхаться. Просто капец. Была поклевка, но я ее прозевал. Не то, что прозевал. Не засеклась. Я знал, что она там стоит. Она там выходила. Сейчас еще разок попробую. Была поклевка. Попал прямо в щуку. Плохо, когда попадаешь прямо в щуку. Тут вообще... Щука заела приманку, пока я ее спустил. Вот такая вот рыбалочка получилась. Ничего не словил. Было несколько поклевок. Одну там прозевал конкретно. Ну, не то, что прозевал. Мне нужно было чуть-чуть подождать и потом сделать нормальную подсечку. Я что-то не понял. Я подумал, что щука промазала. А на самом деле приманка была в зубах. Такая вот рыбалка, нечем особо похвастаться. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Завтра, может, на охоту попаду. Все, увидимся.